6 лет сотрудничает компания «Газпром Переработка Благовещенская» и Амурский технический колледж в деле подготовки кадров для Амурского ГПЗ. При поддержке газовиков здесь оборудованы современные лаборатории и мастерские. Практические занятия проводит мастер производственного обучения Юрий Микитько. Снимаем ее отсюда. Под руководством мастера студенты осваивают техобслуживание, ремонт оборудования и коммуникации. А в химической лаборатории приобретать знания лаборантов, экологов газопереработки помогает преподаватель спецдисциплин Елена Фадина. По окончании техникума студенты могут трудоустроиться на Амурский ГПЗ. Ученики уже третьего набора «Газпром-класса» углубленно изучают точные предметы, готовятся к олимпиадам, слетам учащихся и экскурсиям на Амурский ГПЗ. В этом школьникам помогает классный руководитель Ольга Михалкина. Недавно ребята участвовали во флешмобе по поводу старта производства гелия на Амурском ГПЗ. По окончании «Газпром-класса» учащиеся смогут получить направление на целевое обучение в ведущие вузы страны. Коллектив компании «Газпром Переработка Благовещенск» поздравляет всех педагогов с Днем Учителя. От вашей работы зависят успехи детей, а значит и страны в целом.